Сейчас вот делаю тест небольшой тоже. Подключил теплоаккумулятор, бочку 250 литров. Там теплообменник из нержавейки стоит. Вот. Для теплового насоса. Подключил к нему маленький циркуляционный насос. Сейчас на 60 ватт. Такого типа. И он постоянно гоняет теплоносители в теплом полу и в батареях отопления. Вот. Сейчас тепловой насос, то, что выставлено у меня 18 градусов. Вот. Температура теплоносителя сейчас 36 градусов. Он сейчас где-то в два раза медленнее нагоняет температуру. Обычно намного быстрее. Там 15 минут поработает, 20, и 2 часа отдыхает. Вот. А за счет теплоаккумулятора он сейчас будет где-то работать минут, наверное, 30-35. И где-то часа 3 отдыхать будет. Я еще не тестировал. Вернее, времени засекал, сколько он работает с тепловым аккумулятором. Вот буквально вчера собрал. Посмотрим. Такой простенький теплоаккумулятор собрал. Просто для тестов. Если все покажет, что все работает, потом поставлю Куба 3. Вот, тепловой аккумулятор. На ночном режиме будет отлично работать. Ночью заряжаю, а днем он будет давать тепло. Еще плюс экономия.